Буэнос диэс, братва. Ядерный рассветный взряд в ваш экран, и это значит, что у нас вторая серия по Экс Махина. Садимся поудобнее, берем ништяки и в путь. Итак, прошлая серия закончилась приблизительно на том, что мы взяли несколько квестов. Так. Секунду. Ага. Вон там дорога, но я почему-то попиздовал по холмам. То есть нам надо заработать денег на новое ведрище. Изредка починяя старое. Ну и при этом еще не грабануться где-нибудь по дороге. Там был небольшой микрофриз. Значит, скорее всего, где-то рядом какой-то гандон заспавнился. Сейчас подзаработаем бабливка. Радует также то, что, насколько я помню, для сдачи квестов возвращаться не нужно. То есть убил, все, награда у тебя на счету. Ништяк. По-моему, да. По-моему, я не в ту сторону пиздую. Единственное, что вызывает зевоту, это вот такие вот длиннючие переезды. Камешки какие-то. Подъехать, что ли? Ну, на самом деле, мне сейчас немножко хочется уже побесоебить, наконец. Потому что, блять, как бы так помягче-то выразиться? Скучновато, скучновато. Железная дорога? Чито? Так, давайте, наверное, заедем вдруг. Тут что-нибудь есть интересное. Там еще какой-то пидор вдалеке. Но его очень быстро распихали. Так, поедем, поживимся. Есть чем, правда? Нет чем. Значит, вертаемся взад. Прыг. Я не знал, что эта хуйня прыгать умеет. Давайте заправимся. Так, в баре есть что интересное? Ой, лунуться хотел, не вышло. Блять, где ж я это смотрел?
Так, ща, заценим. Да, блядь. А, вспомнил, как это делается. Все, ништяк. Так. Товары. Так. Еще раз на русском. Так, продают. Металл, картошку по 77 и металл по 182. О, можно нехило так навариться. 108. 280. Короче говоря, буду у вас точно, надо будет закупить дров и привезти сюда. Маза, чё? Вот так вот работает примерно торговля. Ладно, поехали искать поехавшего. Где-то вот так. Так, мы уже близко. 800 метров. Ля, он забрался. В принципе, он уже у меня в зоне поражения. Там какое-то животное. Два животных. Так, ладно, пиздим дальше. 400. Триста. 200. Оба! Так, а что у нас по инвентарю? Два шершня. Да мы, в принципе, нахуй не упали.
500 денег. Ну что, поехали выполнять основной квест. Поехали. Дадим немножко шуму. Только нахер я сюда заехал? Вот это огромный вопрос. Хотя с другой стороны, в каком-нибудь окрестном лесу иногда бывают контейнеры. Неплохо, неплохо. Так. Ничего интересного. Ну, побесоебили немножко, что с того. Все равно главное крутить ебал, но 360. Срежем через лес. Получается, вот тут примерно будет дорога, если мы сейчас хребет обойдем. Ништяками запахло. Так, контролим карту. Сука, вот эти вот длиннючие переезды у меня, честно, вызывают зевоту. Ага, типа максимально допустимая скорость вращения, выше которой он не струляет вообще. С этой механикой вроде разобрались. По-моему, кругаля ебанули. Колеса восьмерками, ну, кроме левого заднего, ну, блядь. Я еще еду. И это, конечно, хорошо. Так, поселение уже рядом. Вон оно вроде бы. По кустам вообще похуй. Так, а эти продают картоху по 75. Хм, можно за тарец картошкой ездить в Восточный. Тупо торговать. Так. Ага, здесь не закупиться. Хуяк.
О, целый косарь. И если я сейчас доеду до Восточного... Я продам картоху по 245. Заебись. Так, еще раз карта. А в Восточном, закупившись дровами, по 108. Торговый маршрут. Короткий, правда. Ну, профитный. А правильно ли я поехал? По-моему, хуй. Зря я там повернул направо, конечно. Заодно и квест выполним. Ну так немножко на побочке отвлечемся, получается. Подзаработаем денег, может быть даже насобираем на нормальное ведро. Потому что у меня уже косарь на счету. Так. Хорош, такой профит получился, однако. Могу даже повыебываться и купить ПКТ. Шесть с половиной тысяч, блядь. Так, а чё по кузовам? Угу. Вот теперь заебись. Так. Куда продать дрова по 102? Я все еще могу везти туда картоху. Так. Ладно, сейчас ебанем побочный тогда. По-быстрому, так сказать. Куда мне там пиздярить? С
проще обойти город вот так. Заодно, может, еще какое-нибудь торжище придумаю. Короче говоря, молоко стоит 6,5 тонн. Так, тут, короче, все понятно. Эти продают картошку и даже дешевле. Даже дешевле, чем в Локусе, заебись. Так, ставимся. Только я не до конца вкурил, куда мне ехать. Не, я так чувствую, поедем сейчас бесоебись, причем конкретно. Бесоебись? Ой, блядь. Ебать, воздушный дрифт. Почти не погрыз за ипца. Ох, ты ж ёпстыш. Странная штука. Как будто след. Не мудрено, что люди боятся. Мне и самому здесь не по себе. Поеду лучше доложу Мидгард об этом явлении. Так, ну поскольку у нас основной и дополнительный маркер совпали, значит, можем поторговать. Так, сейчас в яр за картошкой. О! Ебать копать, а! А обратно можно возить дрова. Сука, лол. Я, конечно, понимаю, что, допустим, где-нибудь в Ебеняевках дрова будут цениться сильно выше. Ну, по крайней мере, там, где оно не добывается. Короче, сейчас закупаемся картохой, обратно везем дрова. Ой, извини, мужик. Не заметил. Так, загрузился картошкой и еду в Восточный. Там сейчас обратно закупаемся дровами. Там какой-то пидор летит. Ну, его сейчас дотами выебут. Так, снова на рынок.
Так, а почем там дрова купят? По 316, заебись. Так, задача только что сильно облегчилась. Мне нужен 5 с половой. Сейчас еще одну ходочку и в Мидгард. Торговля — это вам не в тапки срать. Бомбс. Колотим бабулеты таким вот макаром. Так, картошка здесь по 85 продается. А там я толкну где-то за 200. А, я всю картошку разобрал. Короче, педалируем обратно. Там сейвимся и в следующей серии в Мидгард. Я так подозреваю. Ой, да там бойня. The Battle Rage Zone, сука. Еще пару десяток на карман. Посмотрим еще, что есть в Мидгарде по транспорту. Потому что вполне реально, что не выезжая из этой локи, мы таки уедем отсюда на молоковозе впоследствии. То есть мы сможем его купить отсюда не с яблоя. Блять. Сука, привычка. Ручник. Я-то думал, как мега-дристер сейчас зайду. Так, 3000 у меня есть за ебцом. Улыбочку. Походу заправлю. Сейчас у меня может быть еще одна самая. У меня терминная это самое есть. Миноукладчик. Дырка для миноукладчика там. Маслоебы и так далее. Ну чё? Ой, блин, зевнул немного. Давайте, наверное, чтобы особо не выеживаться. Рейс на Мидгард. В следующей серии.
Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Вы прекрасно знаете, что делать. До скорого.